настоящее время на территории Ленинского городского округа проживает более 7 тысяч людей с инвалидностью, из них порядка 700 детей. И многие из них лишены возможности сходить в кафе, магазин или развлекательный центр. Именно этой проблеме было посвящено совещание, где перед бизнесменами выступили представители волонтерских и общественных организаций. С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы округа Татьяна Квасникова. Я хочу сказать слова благодарности бизнесу, который оказался сегодня в этом зале. Дорогие друзья, раз вы уже пришли к нам, значит, вы с нами по этому пути дали согласие двигаться. И спасибо вам огромное. Координатор филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Морозова обратила внимание предпринимателей на то, что многие заведения общественного питания не приспособлены для людей с инвалидностью. Некуда поставить костыли или ходунки. А если мы говорим о ребятах, которые на колясках, так они вообще не хотят никуда выезжать, потому что говорят, куда я поеду, там нет возможности подняться. Председатель Ленинской районной общественной организации инвалидов-диабетиков Елена Воробьева, обращаясь к предпринимателям, подняла еще один весьма насущный для людей с ограниченными возможностями вопрос. Давайте уже начинать принимать людей с повышенными потребностями на работу. Вы знаете, вы почувствуете плюсы. Во-первых, они очень исполнительные. Во-вторых, насидевшись дома, они очень будут держаться за ту работу, которую им предоставят. Общественники обнародовали инициативу обозначать заведения, которые ориентированы на обслуживание и работу с инвалидами, особым знаком и популяризировать такие предприятия. Заведения получают специальную наклейку, которую вы видите на экране, которая может информировать каждого о том, что любому человеку или гостю будут рады в данном заведении. В Ленинском городском округе уже два предприятия – кафе и конно-спортивный клуб – получили такие знаки. А количество представителей бизнес-сообщества, которые готовы создавать у себя в заведении доступное для инвалидов пространство, неуклонно растет. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.